нас с вами пенсионная система государственная, она сегодня имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным. Я пенсионерка со следующего года, то есть вот в феврале мне идти, и хочет 1,5 миллиона эти отнять. Да, я в этом году перенесла операцию, сейчас с суставами проблемы, я жду этого дня, когда я уйду на пенсию, а теперь я буду каждый день вас проклинать, чтоб вы загнулись там все.